ты не поцелуешь Ноя. Что будем делать, Иван Ильич? Драться. Чем? А это? И это. Угу. Против автоматов ракетницами много не навоюешь. Повторяю вопрос. Сколько человек осталось на судне? Пришли на остров. Здесь жило наше племя. Маленькое племя ловцов жемчуг. Они убили мужчин, надругались над женщинами. А этот, он застрелил моего отца. Ты не знаешь, сколько их всего, девочка? Теперь стало быть 15. Утром они начнут обшаривать остров. Судно нужно брать сегодня ночью. Надо снять пулемет, иначе мы не выберемся из залива. Сделаю, капитан. Возьми кого хочешь. Пойдешь со мной?
Боишься? Понятно. Матвеич, возьми меня с собой. Знаешь, на что идем? Знаю. Решим так. В гроте останутся женщины и Клюев. Но вы отсюда ни шагу. С берега вас не увидят. Грот видно только с воды. Пираты же не вечно будут на острове. Когда-нибудь они уйдут. А уж тогда уходите и вы отсюда. Вглубь острова. Там вода и жизнь. Иван Ильич. Не позорьте. Иван Ильич. Ладно. Пойдешь с нами. Есть. Пока всем отдыхать. Ной! Ной, где ты? Ной! Аварийная. С момента потери связи с теплоходом «Нежин» прошло 3 суток. Всем советским судам расширить район поиска с координатами. Кто идет? Кто-кто? Стеценко! Игорь Михайлович! 59-го года рождения! Русский моряк! В гости к вам! Готовьте угощение! Аппетит у меня! Пора.